Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Сегодня мы подводим итоги нашего конкурса. Как и прописано в условиях, 23 января 11:00. Сегодня для проверки 23 января 11:00. То есть конкурс мы останавливаем и подводим итоги. Сейчас еще раз обновим и посмотрим. У нас победитель, первый приз получает Александр Харченко, комбинезон пчеловода с маской Евро. Второе место занял Александр Кузько, и он получает перчатки из яловой кожи. Третье место занял Андрей Бунин. Его приз — маска лицевая. Следующий конкурс мы планируем провести в начале мая. Так что снимайте видеообзоры товаров, которые были куплены в нашем магазине, и участвуйте в наших видеоконкурсах. Видео, которые принимали участие в этом розыгрыше, в следующем участвовать не будут. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!